использовать микрофлору улучшит состояние кожи. Попробуй новые колбаски Мираторг. Сочные, нежные, аппетитные. Это наша страна. Центр России прогностического центра МетеоТВ представлю вам я, Татьяна Ермилова. На Дальнем Востоке самым главным источником неприятностей будет экс-тайфун, который принесет в Приморье обильные дожди. В материковой части плюс 22-27, но на побережье Приморского края воздух более свежий, плюс 17-22. Сильные дожди продолжатся и на Курилах, а у Байкала 30-градусная жара и небольшие дожди с грозами. В Сибири соседствуют антициклон на западе и циклон на востоке. И вот что получается. У Байкала в Иркутской области жаркая погода с небольшими освежающими дождями, там до плюс 32. А вот в центре, на юге Красноярского края, из атмосферного фронта резкое похолодание на фоне проливных дождей с грозами и шквалистым ветром. Здесь плюс 20-25. На юге Западной Сибири воздух еще более свежий, плюс 18. Неустойчивые погоды и на Урале, но там местами... Супермаркеты и кино. И даже до 30% по спецпредложениям. Никаких баллов или фантиков. Кэшбэк живыми деньгами каждый месяц. Ничего не сгорает. Да? Да. Тинькофф Блэк. Пожалуй, лучшая карта с кэшбэком. Я люблю ее. Что если бы вы могли чувствовать себя комфортно весь день? Стельки Шоль Гель Актив амортизируют каждый шаг, поддерживая подъем стопы и пятку, чтобы ваши ноги не уставали. Стельки Шоль Гель Актив. Долгожданное путешествие может обернуться дискомфортом в кишечнике, если симптомы омрачают. Что все левые палочки Твикс достаточно хрустящие. Мы покрываем их карамелью и шоколадом. Так что и для правой палочки Твикс. Клейка лента на правой фабрике тоже есть. Твикс, попробуй обе и реши, на чьей стороне ты. Должна быть жизнь хороша, Львовка. Походка легка, Львовка. На таблетка с утра, Львовка. Львовка. Варикоз не порог, Львовка. Для здоровья ног, Львовка. День должен быть. Мы купили 4 билета, я зачеркиваю и зачеркиваю. 1,5 миллиона рублей, представляете?